Организаторы назвали торжественный концерт «Улица Березовая». И это не случайно. Ведь именно на этой улице учатся большинство воспитанников школы искусств. Каждый по-своему воспевал природу родного края. Экология, природа, она формирует, мне кажется, воспитывает человека. Если я вот вспоминаю, был в Рязанской области на родине Есенина, вот. Смотришь, такая природа шикарная, река Обь, соловьи поют, там постепенно она вот и воспитала, мне кажется, поэта такого великолепного. У него стихи как музыка. Или взять хотя бы Некрасова, кажется, как он. «Привет тебе, мой край родной, с твоими темными лесами, с великой Волгой рекой, с лугами, рощами, полями». Музыка и природа тесно связаны между собой. Великие музыканты, писатели, художники искали вдохновение в красотах времен года. Тоскливая осень, зимняя стужа, весенняя капель, летний зной. Музыкальные произведения пропитаны этим настроением. Музыка дает прилив души, сил, доброты к природе. И вот, чтобы помочь природе, нужна обязательно музыка. Актуальность проблемы экологии ребята отразили в своих картинах. Зрители смогли поближе познакомиться с творчеством юных художников. Музыка для меня – это все. Я живу ей. У меня великолепный преподаватель Гладкова Оксана Васильевна. Она также здесь училась. В дальнейшем я хочу поступить в Гнесинку. На сцене в этот день блистали лучшие ученики Зареченской школы искусств. Для многих из них музыка – это слово, которая наполнена глубоким смыслом и содержанием, ведь они мечтают о карьере музыкантов. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».